Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем смотреть различные анимации по Madness Combat. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если вы здесь впервые. Предупреждаю, если вы особо впечатлительны, лучше не смотреть, ребята, потому что здесь происходит жесть, драчки. Вот, ну а кто остался, ребята, в общем, начинаем смотреть White Хэнк. Меня очень сильно просили посмотреть, ребята, сколько было комментариев. Все, наконец-то я решился, мы начинаем. И написано, кстати, смотреть по порядку. Если что, ссылочка на оригинал будет в описании, обязательно подписывайтесь. Край. Вот. Так, но тут, я так понял, кстати, совершенно другие авторы. Madness Архив также есть. Перезагрузка Madness Combat. Начинаем. Агенты стоят, чилят. Так, среди них есть предатель, либо кто это? Кто это вообще? Я не знаю, друзья, конечно, кто... Я пожелал приятного аппетита, но по факту, блин, под такое кушать, ну, я бы, наверное, не смог. Ну, разные есть люди. В общем, так... Зеленые очки? А вот это что-то новенькое, ребята. Интересно, интересно. Гарпун. Охренеть. Также новое оружие, я смотрю, появилось. Что за? Ему что-то вкололи, ребята, и челик пропал? Что за? Что? Он двигается, он двигается! Какого хрена? Твою дивизию, что вообще происходит? Боже, на заднем плане! У чувака голова горела. Мне показалось, там какие-то клешни были. Слушайте. Не показалось, не показалось, ни хрена, ни... Что это за уколы такие? Что здесь за эксперименты такие ставят? И заметьте, у агентов разные вообще очки. Это уже интересно, ребята. Дубиночка какая-то у нас. Оу, май. А зеленые очки-то неплохие. Hello, sunshine. Курение убивает, друзья. Друзья, почему я хотел сказать друзья? Друзья. Не курите. Твою дивизию, краб. А мистер Крабс изменился. Я так понял, это типа... У каждого свой ранг, в общем, ребята, и самые крутые... Клё! А что с ним? Погоди, почему у него какие-то щупальца-то стали? Что происходит? Типа краб укусил и теперь... Охренеть! Короче, у каждого агента свой ранг и свои очки, ребята! Но синий Погоди, у него нет рук? Чё за хрень? У него нет рук! У него вместо рук пистолеты. Револьверы. Это как, блин, понимать? Так. А, типа, ты будешь за нас, чувачок? Оранжевые очки.
Чего, блин? Он может управлять другими агентами? Боже, я не могу... Так, короче, как вы поняли, у каждых очков какая-то своя способность. Погоди, это же тот... Чувак, которому вкололи что-то. Охренеть. В самом начале, который стоял в очках вот таких вот. Ну, тут друзья есть уже и Сквидвард, и мистер Крабс, прошу, ребята. Значит, Губка Боб скоро появится. Ну, нормально, такая коллаборация, да, ребята? Как бы, ну, это мультик для взрослых, скажем так. Офигеть просто, ребята. Так, сейчас, секунду. Давай, просто управляем. Да, спокойно, ребят. А, погоди. Стоп, что? Смотри, он дубинкой типа с помощью очков... А, он начал управлять синим. Погоди, так все-таки оранжевые самые крутые. Блин, что-то нам вкололи. Убили нас. Ну это же главный герой, да, я так понимаю? Охренеть! Вот это... Все? Все, его убили? Этот чувак что-то вколол, и мы мутировали. Бомба. Капец просто, друзья, вы что-нибудь поняли? Нет, ну, конечно, мы что-то поняли. То есть внутри него была бомба, она взорвалась нафиг. И выжил, я так понял, в синих очках, чувачок. За которым он и пришел. То есть смотри. То есть это главная миссия — спасти... Одной недели ранее. Так, это немного другие какие-то очки такие. Да... Офигеть, все-таки это самые крутые синие очки. Ты видел, что он делает? Лазером нафиг прожигает. Только они разряжены, видишь? Вот почему он не использовал следующей серии. То есть, по идее, это ранее. Угу. Так, какие-то ставят эксперименты, как всегда тут у нас. Ёкарный мобай. Берсерк. Эти очки, видимо, позволяют хорошо драться. Чешир там был! Один из разработчиков, он музыку делает, да? О! Я не вижу! Я понял, теперь я понял, как он стал таким. Это тот чувак, в общем, вот таких вот очочек. Ну ты понял. Так, вернул к жизни. Охренеть. Слушай, это просто офигенно. Серьезно, конечно, мало что понимаю, но понимаю. Был такой фильм интересный. Я прошу прощения, что на паузу ставлю, да? В общем, был такой интересный фильм, где первые кадры — это уже концовка. А здесь интересно так же будет? Ну, просто тут как бы вот недели ранее там и так далее. Следующая серия тоже будет недели ранее. Не? Да-да-да! Вот этот чувачок! Он что-то тупит как-то. Забрали у него оружие. Вот. Перезагрузка. The Madness 2.
Офигеть, у него... А, вот продолжение, друзья, вот оно. Так, бомба бомбанула. И лифт отскочил. В котором он как раз... Угу. Спасся. Вот оно что, ребята. Все, теперь все на свои места стало. Все стало понятно. Блин, да что это за такой... Давай, давай, прожигай его, красава! Все, да? Молодца. Он сменил руки. Точнее, одна рука у него стала, ну, как бы более-менее нормальная, а второй — это дробовичок. Один день спустя. Так, я смотрю, очки у него тоже сменились. Теперь там нехилая такая батареечка, которая позволит ему сейчас прожигать, будь здоров. Офигеть. Но кто это такие? Вот я единственное не понимаю. Как бы понимаю, что происходит, но... Нормально. Крюкошка у него там в дробовике есть. Нормальный дробовичок, хороший такой. Охренеть. Вот будем честны, ребята, будем честны. Если бы мы там были в Madness Combat, да, я представляю грунтами, нас бы просто вот так вот, и все. Охренеть. То есть он как бы не обосрался, прошел дальше. А ничего, что сзади мог он сейчас нас... А нет, нормально. Чисто циклоп такой. Так, зеленые очечки. Ну, тут способность мы знаем. Ах ты, гад! А, слабостью воспользовался. Ой-ой-ой-ой. Что за хрень? Что это за молоточки такие? Так, а вот эта штука, я так понимаю, нужна нам. Да? Вот эта дубина. Это какой-то рычаг, который нам нужен. Что это вообще такое? Блин, хрен от него отделаешься. Что? Блин, ребята, таблички не читайте лучше. У них способность невидимка. Прикинь? Они невидимыми могут быть. Охренеть. Охренеть, охренеть, как это круто! Там сзади, сзади, братишка. Красава. Красава, все по-тихому сделал. Погоди, этот рычаг, это... Типа кли... Ну... Не клешня, ну, кусок там клешни или... Что это? За хрень вообще? Как она работает? Да нет, вот она сзади. О май. Как... Своей дорогой, сталкер! Какого хрена? Почему он вас пропустил? Чё за... О. Что произошло? Погоди, что эти, эти циклопы что-то... Все, практически уже, друзья, финал, концовка. Охренеть, его вынесли? Продолжение следует. Боже мой. Офигеть. Ребят, сколько экшена. Сколько всего непонятного. Какие-то циклопы. А этот-то под конец кто? Кто этот-то такой? Это как будто чувак из Borderlands. В общем, игрушка такая была. И вот такая же маска. Это просто какая-то жесть. Серьезно.
Ну что же, ребята, надеюсь, вам зашла анимация. Если вы хотите объяснить, разъяснить, обязательно напишите в комментариях. Вот. Ну, у нас есть... На самом деле, в русском сегменте Wonder, вот, он делает как раз историю Madness Combat, и я думаю, третью часть как раз он по White Hand'ку и запишет. Вот, есть у меня такое предчувствие. Вот, а на этом все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Бай-бай, дорогой братишка.